После оглушительного успеха лайнера «Гармония Марии», самого большого лайнера в мире, на текущий момент компания Royal Caribbean International объявила о строительстве нового лайнера «Симфония Марии», который побьет все рекорды по величине пассажировместимости, инновациям и развлечениям на борту. Прогрессивные инновации и удивительные развлечения, которые всем так полюбились на лайнере «Гармония Марии», порадуют гостей и на новейшем лайнере «Симфония Марии». Среди них так любимые путешественниками творческая кухня. Бионик-бар, где за приготовление коктейлей отвечают роботы. Ultimate Abyss – сухопутная горка длиной в 10 палуб. Самая большая горка во всем океане. Запрыгивайте на 16-й палубе, выныриваете на 6-й. Самый быстрый способ спуститься вниз, не ожидая лифта. The Perfect Storm – идеальный шторм. Трио водных горок – циклон, тайфун и ураган. Настоящий тест на храбрость для искателей острых ощущений. Aqua Theatre – амфитеатр под открытым небом, где вас по-настоящему удивят аквашоу с акробатикой, прыжками в воду и синхронным плаванием. Central Park. В парке на борту лайнера собрано 12 тысяч растений и деревьев. Вы когда-нибудь прогуливались по настоящему парку в море? Зиплайн. Почти тарзанка, только лучше. Описать невозможно, нужно попробовать. Корабль удобно разделен на 7 тематических зон, где каждый найдет развлечение по вкусу. После завершения работ с экстерьером 9 июня 2017 года «Симфония Марии» был спущен на воду из сухого дока для начала строительства интерьера. Новейший лайнер стал на один шаг ближе к своей полной готовности и дебюту в апреле 2018 года. «Симфония Марии» станет самым большим круизным лайнером в мире с невероятным количеством развлечений на борту, с водоизмещением 230 тысяч тонн, 65 метров в ширину, 362 метра в длину, 18 палуб, 16 пассажирских, 24 лифта, 4 гребневых винта, каждый по 7,5 тысяч лошадиных сил. Лайнер сможет взять на борт 6780 гостей. Международная команда лайнера для обслуживания из 2175 человек. «Симфония Марии» будет введен в строй в апреле 2018 года. Стоимость круиза на инаугурационные туры составляет 1500 евро, и в настоящий момент на сайтах турагентств уже отсутствует. И после проведения инаугурационного летнего сезона в ноябре 2018 года будет переведен на постоянное базирование в новый терминал А в Майами, где встанет на недельные маршруты по Карибам. И первыми пассажирами на этих маршрутах будут независимые предприниматели компании Amway. Здравствуйте, уважаемый зритель! Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире.
где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей, которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах. С моей стороны, в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от нуля до результата. Ссылка для бесплатной регистрации находится под видео. И затем я с вами свяжусь. До встречи!